Жила-была Машенька и дед да баба. И жила у них внучечка Машенька. Когда дед и баба ушли, сейчас скажу, что дальше. Медведь взял. Машенька заблудилась в лесу. Кустик да кустик и ушла далеко. А тут она увидела избушку. А там же большой медведь. Увидел Машеньку. Сказал: о, теперь не уйдешь. Будешь варить кашу, меня кормить кашей. А был большой медведь. Он умел сам. Машенька думала-думала и придумала. Набрехла на пирожков. Медведь, можно я гостинцев бабушке отнесу в деревню? Нет, ну заблудит. Давай сам. И ой, на крылечко дождь не шел. Только медведь вышел на крылечко. Маша сразу «эть!» А там не было пирожков в корзине. На «быть!» И в картинку спряталась. А потом медведь пришел, взял и отправился в деревню. Собаки почуяла медведя и гав-гав прогнали его и поставил короб медведь на землю, где бабушка возле дома. Дед открыл, своим глазам не верит, а там Машенька в коробе. И они Машеньку стали целовать, обнимать, умницей называть. Еще.